хочется напомнить, что ни в коем случае нельзя оставлять детей одних без присмотра. Ни в коем случае нельзя давать детям в руки незнакомые предметы, аэрозольные и так далее, чтобы они не то что давать, а чтобы они были доступны детям. Ни в коем случае нельзя оставлять детей в доме, где топится печь, и давать детям возможность следить за печью. Это очень и очень опасно. У нас в городе был пожар, когда погибло трое детей именно из-за того, что в доме была топящаяся печь. Зачастую дети, остающиеся одни дома, балуются со спичками, что приводит к пожарам и гибели детей.